Теремок ТВ. Бада. Бада. Научу вас путешествовать. Бода-барода. Озеро Эльтон. Лодка, палатка, удочка. Привет, Бода. Привет, дети. Сегодня мы едем на озеро Эльтон. Вроде все собрал. Эльтон – необычное озеро. Точно, фотоаппарат забыл. Все необычное нужно фотографировать. Ого-го-го-го, сколько снега! Пока добирались, и зима наступила. Бода, это не снег. Так, морфики, ставьте палатку, а я чай сделаю. Вот, дети, учитесь. Так нужно проводить отдых у озера. Кто насыпал соли в мой чай? Бода, твой чай никто не солил. Ты взял воду из озера. А в озере Эльтон вода соленая. Вот придумали. Это в море вода соленая, а в озере пресная. Ну-ка. Соленая. Кто насыпал соли в мое озеро? Бода, это просто такое соленое место. Здесь везде соль. На берегу вместо песка, на дне соляная корка. Раньше здесь соль добывали. Эх, ладно, чай попили, теперь на лодке прокатимся. Бода, ты не плывешь, а скачешь. Думаете, легко плыть по такой твердой воде? Это не вода твердая, а озеро мелкое. Летом оно от 7 до 15 сантиметров глубиной. Это значит, легко будет рыбу ловить? Бода, рыба в Эльтоне не водится. А что же там еще-то водится? Птица, что ли? Я теперь соленый, как огурец. И глаза щипят. Надо помочь, Бода. Но что из этого ему поможет? Солнечные очки, бинт или обычная вода? Обычная вода, она смоет соль. Бода, после соленой воды нужно помыться пресной. Тогда и глаза щипать перестанет. Какое-то ненастоящее у вас озеро. Чай соленый, рыбы нет, купаться щипит. Как красиво, смотри, Бода. Озеро гладкое, как зеркало. И вода кажется розовой из-за водорослей. Ладно, давайте фотоаппарат. Хе-хе, ух ты! Так необычно, аж красиво. Щелк! Эй, вы что, грязь развели? Всю красоту испортили! Морфики принимают грязевые ванны. Здешняя грязь лечебная. Ой, что-то я приболел. Пора лечиться. Не, на удочку здесь много не поймаешь. Зато на фотоаппарат. Я же вам говорил, Эльтон – необычное озеро. А вы чуть фотоаппарат не забыли. Вулканы Камчатки. Бода, зачем ты в холодильник залез? Здорово, я от вас спрятался. Правда? Ой, вы же совсем замерзли. Да, поэтому сейчас поедем греться. Куда? В Африку? Нет, в долину драконов. Вот, дети, это долина драконов. Ух ты, вулканы. Бода, мы на Камчатке. Смотрите, драконья нора. Нет,
это кратер вулкана. Какой такой кратер? Какой такой вулкан? Вулкан – это гора, из которой извергается лава. А вот это кратер. Да вот же, смотрите, кожа дракона. Мы на драконе. Нет же, это лава. Во время извержения она жидкая и очень горячая. А потом она застывает в разных странных формах. Ну вы фантазеры. Смотрите лучше, что дракон натворил. Сжег лес и вертолет сбил хвостом. Нет, это вулкан выбрасывает пепел. И он мешает летать самолетам и вертолетам. А о том, что вертолеты драконам летать мешают, вы подумали? Драконам нужен уют, чтобы яйца высиживать. Вода, это не яйцо дракона, а вулканическая бомба. Видишь, из вулкана вылетают комки лавы. Они вращаются и из-за этого становятся круглыми. Ну вот, всех драконов своими бомбами распугали. Кто нас согреет теперь? Будда, а разве вам еще холодно? Да какое там холодно? Жара вон какая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто забыл выключить плиту? Ой! 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 Ой, Будда, это вулкан Толбачек. Он извергался несколько лет назад. Но лава была такая горячая, что на ней до сих пор можно яичницу жарить. Яичницу жарить прямо на камнях? Их, здорово! Надо запомнить это место. О! Ух ты! Хе-хе, еще какое ух ты! Итак, дети, сегодня я показал вам удивительный край Камчатку. На Камчатке есть много вулканов. Стой, Будда, здесь ошибка. Да? Вот, это вулкан. Горячих источников. Опять ошибка, вот горячий источник. На Камчатке есть много гейзеров. Нет, Будда, опять ошибка. Гейзер – это тоже горячий источник. Но иногда он бьет фонтаном. Хорошо на камчатских драконах, то есть вулканах, то есть на горячих источниках. Мань пупунер. Дети, сегодня я покажу вам чудо природы. Ух ты, а какое? А вот вы сами и выбирайте, какое. Замечательно! Отправляемся к этим чудесным пенечкам. Это столбы выветривания на горе Мань-Пупунёр. И они очень далеко. Нужно лететь на самолете, потом ехать на машине. Ничего, как-нибудь дотопаю. Будда, что случилось? Топливо закончилось. Чудо природы, чудо природы. Чудес не бывает. Будда, ты же почти пришел. Вот они, столбы выветривания. Чудовища! Будда, это просто камни. Нет, смотрите, это привидение. А вот индеец. А вот женщина с подушками. А вон вообще, старушка пирожок ест. Слышите, они с морфиками разговаривают. Вампу-мампу-тичук. Нет, столбы не живые, сам потрогай. Дети, перед вами гигантские скульптуры, сделанные великанами. Великаны тут ни при чем. Раньше здесь были горы, но ветер и вода их разрушили, и остались только столбы.
Это происходило на протяжении 200 миллионов лет. Ой, дети, не отвлекайтесь. Нам надо срочно тут все измерить. 1, 2, 3, 4, 195, 196. Ничего себе! Высота 197 бодов-бородов. Самый высокий столб 42 метра. Это как 14-этажный дом. А я о чем? Это же дома древних людей. Просто они за воду платить забывали, и дома немного окаменели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где лифт? Бода, это не дома, и лифта там нет. А как я тогда наверх заберусь, чтобы флажок воткнуть? Ты что, на них нельзя забираться, столбы от этого разрушаются. А еще нельзя, потому что для народов Манси это святыня. Маньпопуньор на их языке означает «малая гора идолов». Ух ты, идолы. Тогда мы сейчас своего идола сделаем. Вот сюда. Опа. О. Вот, дети, вернемся сюда через 200 миллионов лет. А у нас уже собственный столб с флажком выветрился. Чудо природы. Терракотовая армия. Берете фигуру и делаете ход. Вот так. Вот так. Не забывайте, дети, цель игры — поставить мат королю. Тебе мат, Бода. Дети, это неправильные фигуры. Иначе я бы не проиграл. Сейчас я покажу вам правильные. Смотрите, какими должны быть настоящие шахматные фигуры. Но это не шахматы, а терракотовая армия. Древний китайский император Цинь Шихуанди, чтобы оставить память о своих достижениях, приказал сделать из терракоты. Терракота – это глина такая. Несколько тысяч воинов. И захоронить их рядом с собой в огромной гробнице. Да и потом, дети, не до истории сейчас. Лучше помогите фигуры выбрать. Вот, смотрите, какие пешки. Так, эти 10 будут за черных, а эти 15 за белых. Эти 7 за белых, а эти... И запутался я совсем. Такие они одинаковые. Раньше фигуры были цветными, но краска теперь разрушилась. Точно. Хе-хе-хе-хе. Нужно их покрасить. Боды, их нельзя красить. Это же музейные экспонаты. Ладно, пешки и такие подойдут. Вот еще коней возьмем. Лучников. В шахматах не бывает лучников. А у нас будут. Так. А где слоны? И короля не могу найти. Слонов и короля здесь нет. Как это нет? А здесь что? Здесь захоронен сам император Цинь Шихуанди, но гробницу еще не раскапывали. Вот лентяй. Ладно, сам раскопаю. Может, он туда слонов с королями спрятал. Бода, ты что? Там установлены ловушки со стрелами. И ртуть повсюду. А ртуть ядовита. Ой. Да и пожалуйста. Буду без короля играть. Вы мне тогда мат поставить не сможете. Хе-хе-хе-хе. А всех этих ваших страшилок я не боюсь. Эй, мама! Вот вы какие. Я к ним по-хорошему за пешками приехал, а они... Порисовать не дают. Короля со слонами упрятали. Ртуть у меня травят. Птицами пуляются. Все, я домой еду. Так. Хе, ишь ты. Так. Бода, мы тебе подарок привезли из музея терракотовой армии. Ого-го-го-го! Да это же те самые-самые правильные фигуры! Вот. Вот так. А мы вот так. А я вот так. А я вот так. А я вот так.
И вот так. И вот так. Бода, ты на мат поставил. Хе-хе, я ж говорил, с правильными фигурами я вас мигом обыграю. Версаль. Смотрите, дети, я скопил кучу денег. Ух ты! Куплю себе новый дом. Где здесь магазин домов? Нет, мне не подходит. Ну, тут мне арочка не нравится. Ты что это за халупа? Нет, тоже не подходит. Тихо, тихо. А вот этот домик мне нравится. Роскошь мне к лицу. Бода, это же Версальский дворец. Резиденция короля Франции Людовика XIV. В нем обитало несколько поколений французских королей. О, подходит. Заверните два. Хе-хе, шучу, одного хватит. Ого-го, сколько желающих Версаль купить. Нужно поторопиться. Один Версаль, пожалуйста. Уф, купил наконец-то себе дворец. Теперь я не абы кем, а королем буду. Бода, ты купил не дворец, а билет на осмотр. Почести потом. Пойдемте смотреть мою берлогу. Каждому морфу по комнате. А остальные 690 комнат займем мы с моей бородой. Здесь я буду кувыркаться, здесь переодеваться, здесь правую ногу чесать, здесь левую, здесь буду ворчать, здесь ахей делать, а здесь ахей. Бода, у тебя уже есть комната для обчхии? Дети, не белочитесь. Король может делать ахей в любой комнате. Так, с комнатами разобрались. Теперь надо принять королевский вид. О. Придется бороду сбрить. Ой, как много меня! Ух ты, Бода! Это же знаменитая зеркальная комната! И что, мне каждого теперь брить? Так, 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 так. Что? Уже гости? Бода, это туристы! Гости приехали, а в доме шаром покати! Нужно хоть и картошки в огороде накопать. А где же вся картошка? Где же вся лопата? Картошка! Лопата! Дети! Люди! Дети, в чем дело? Почему я, король, должен в очереди стоять, чтобы домой на ужин попасть? Потому что Версаль каждый год посещает более 3 миллионов туристов. И чем я их кормить буду? У меня картошка не уродилась, а они миллионами едут. Не, все, отрекаюсь от Версаля. Не нужна мне вся эта ваша роскошь. Вот, не абы что, а отличный скромный домик. А деньги я лучше на самолет копить буду. С мигалками и джакузи. И я ведь теперь король. Пока, Бода король. Пока, народ.